У лукоморья дуб зеленый, золотая цепь на дубе том, и днем, и ночью кот ученый все ходит по цепи кругом. Сегодня Маша сказки про финансы нам будет помогать слагать сам Александр Сергеевич Пушкин и персонажи его лукоморья. Богатырь, царевна, царевич, баба-яга, кот ученый и Кощей бессмертный. Да, главный казначей лукоморья. По-нашему, банкир. Тема у нас сегодня банк. Это рубрика «Финансовая детская неожиданность» и ее ведущие Юлия Жарова и ее дочка Маша, 7 лет. Они рассказывают вам сказки, да не простые, а денежные, повышающие финансовую грамотность у зрителей маленьких и больших. Проект создан при поддержке Министерства финансов Красноярского края. Там царь Кощей над златом чахнет, вот. Там русский дух, там Русью пахнет. Ой, он уже схватился за денежку. Скажи, пожалуйста, ты знаешь, что такое банк? Туда можно сдать деньги, и они будут там храниться. Банк – это главный посредник в современной экономике. В России Центральный банк следит за всей финансовой системой страны, выпускает деньги, штампует банкноты с монетами и выбирает их внешний вид, контролирует инфляцию и следит, чтобы работали честные банки. Знаешь, Маша, раньше в лукоморье, да, Кощей только чах над деньгами, над своим златом. А сейчас деньги в банк люди приносят, чтобы они там росли, работали деньги. Маш, а для чего еще люди приходят Мама, в банк? Мама, что такое чахнуть? То есть банк для тебя это понятно, а вот что такое чахнуть, Маша не знает. Как работает коммерческий банк? У царевича есть 10 рублей. Он хочет сделать вклад. Банк ему за вклад начисляет 5 рублей в год. А у царевны нет денег на курорт, и она берет в банке кредит 10 рублей на год. Отдаст по итогу 20, а 5 рублей – это заработок банка. Вот это деньги Кощея, он заработал. Вот по такому принципу, Маш, работает банк. Не стоит заключать договор с первым попавшимся банком, даже если его посоветовал лучший друг. Вам понравилась реклама или так подсказывает внутренний голос? Изучите предложения, например, 5 банков, оцените стоимость услуг, доход по вкладам и качество обслуживания. Так вы сможете найти самые выгодные для вас условия. Проверьте, есть ли выбранный вами банк в списке на сайте агентства по страхованию вкладов. Если у банка возникнут проблемы, вам обязательно вернут ваши деньги, но в пределах суммы страхового возмещения – 1 400 000 рублей. Валютные операции, например, банки производят. Еще банки, например, отвечают за выдачу зарплаты, может быть. Через банк можно оплатить коммунальные услуги, например. Много разных функций сейчас Мама. Выполняют банки. Кот ученый устал ходить по цепи кругом туда-сюда и захотел купить квартиру в Лукоморье. Взять для, это, а для этого ипотеку. Есть. Маш, куда ему обратиться? Коту ученому? Банк! А русалочка Маша услышала рекламу банка, где очень-очень быстро растут деньги на вкладе, и она очень хочет прийти. Как ты думаешь, стоит ей доверять громкой рекламе банка? Как ей проверить надежность банка? Сходите посмотреть. Фальшивые банки – явление редкое, но все-таки убедитесь, действительно ли вы имеете дело с банком, особенно если речь идет о финансовой организации с неизвестным вам названием. Если у нее нет лицензии Банка России, то перед вами мошенники. А сегодня в банк пришла Баба-Яга. Она стала очень плохо видеть что-то. И Кощей Бессмертный дал ей кучу разных бумаг, документов посмотреть. Прежде чем подписать договор на приобретение какой-либо банковской услуги, внимательно изучите, что именно вам предлагают. Подписывать договор стоит только в том случае, если каждое из его условий вам понятно. Как ты думаешь, Машенька, стоит ли Бабе-Яге подписывать банковские документы, если она не все разобрала и ей не все понятно, что там написано? Не стоит. Что такое налоги, инвестиции, акции, расскажем девочке Маше в следующих выпусках. Хотите быстрее повысить свою финансовую грамотность? Наводите камеру на этот код и читайте топ полезных материалов. Учиться правильно обращаться с деньгами никогда не поздно. Да, кот ученый советует. Мяу. Кощей Бессмертный рекомендует.